Синичкин день – экологический праздник с таким названием появился в календаре не очень давно. Отмечается он 12 ноября. В этот день в контактном зоопарке города Видное состоялась акция для младших школьников. В программе праздника – конкурс рисунков, загадки и изготовление кормушек для зимних гостей. Вместе с учащимися 7-й школы кормушки для пернатых мастерила и наш корреспондент Татьяна Акимова. Контактный зоопарк «Видном» был открыт недавно. Ручные еноты, лама, более привычные нам козочка, барашек и овечка. Совсем домашние морские свинки. С каждым животным можно пообщаться, погладить его и покормить. Но кроме непосредственного общения с представителями фауны, в зоопарке проходит много интересных мероприятий для посетителей. К примеру, отмечают дни рождения питомцев, проводят викторины и конкурсы, приуроченные к календарным праздникам. Будет в скорости день моржа, да, вот, и мы тоже будем участвовать с группой зеленых, будут тоже проводиться лекции на эту тему. Вот. Ну, помимо животных, праздника с животными, да, у нас будет еще различные мероприятия, как день рождения Деда Мороза. 14 числа будет день доброты. Вот и экологический праздник «Синичкин день» решено было отметить мероприятием для детей. Участниками акции стали ребята из Видновской школы номер 7. Познакомившись с жителями зоопарка, мальчишки и девчонки соревновались в конкурсе рисунков, отгадывали загадки, беседовали о том, насколько важно помогать пернатым в холодное время года. Нужно кормить птиц пшеном, салом, семечками не... Только не жарить. Я ездил в деревню в эти каникулы, и мы повесили там нашим птицам, которые уже приютились около нашего дома, сало мы повесили старое, кормушки сделали. Главным заданием дня и стало изготовление кормушек для пернатых. Делали их школьники ловко и быстро из подручных материалов, коробок и бутылок. Устоять в стороне я не смогла. Признаюсь, со школы я кормушки не мастерила, но простая обувная коробка, веревка, 5 минут моего времени и кормушка готова. Осталось наполнить и повесить на дерево. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Так, ребята, давайте, вот смотрите, сколько веточек, давайте повесим кормушки. Я повесила.